И эта трехдневная серия, ни такого еще не было на канале, попробовал что-то новое. Сразу же я на причале Арс, продаю я предметы, у нас X2, и это уже очень кайфово. Ну и в общем мы зарабатываем 300 тысяч рублей. В предыдущем выпуске на выпало Нивы, я ее продаю, зарабатываю плюс 175 тысяч. Решил я поработать с инкассатором, заработал в общей сумме 252 тысячи рублей. Брал на перекупство BMW E34, взял за 950 тысяч, а продал за 1 миллион. Плюс 50 тысяч. Отыграл 2 часа игры, и мне выдали кейс бомжа. И это снова гольф. Сделал ходки на водолазе, заработал 300 тысяч рублей. Баланс переваливает уже за 21 миллион. Покупаю кубок чемпиона с БП гоночного на перекупство за 900 тысяч. Обменял кубок на Эллиота. Очень выгодно сделал. И снова я на водолазе заработал я 300 тысяч рублей. И еще одна ходка и плюс 300 тысяч. Итого у меня баланс уже 20 миллионов 700 тысяч. Новый день, новая ходка. И снова у меня будет баланс 21 миллион. У вас, наверное, вопрос, почему баланс 12 миллионов? Нет, я не перепутал кадры. Я просто купил Формулу 1, и я ее пытаюсь продать. Будет продолжение в следующих частях, продал ли я ее или нет.